Обезоруживание при нападении огнестрельным оружием. Противник выполняет удар стволом. За счет шага войдите в движение, захватив автомат, нанесите сильный удар ногой с вырыванием. Второй способ. За шагом войдите в движение и нанесите сильный удар костяшками пальцев в область горла на поражение. Противодействие от удара прикладом сбоку. В движении за счет шага уйдите в открытую плоскость, нанесите сильный удар в пах и выполните обезоруживание. Обезоруживание выполняется следующим образом. В вертикальном положении ставим автомат и в сторону больших пальцев выполняем освобождение по принципу знак вопроса. Противодействие от удара прикладом наотмашь. В движении за счет шага войдите в движение и нанесите сильный удар ногой в пах. Выкручивая автомат, нанесите удар прикладом в затылок. Обезоруживание при угрозе автоматом спереди. За счет шага уйдите с линии огня. Захватив ствол, нанесите сильный удар ребром ладони на область в область шеи. Удар на поражение ребром ладони в область шеи. Смерть наступает, как правило, вследствие гематомы. Обезоруживание при попытке достать пистолет из кобуры или из кармана. Сближайтесь. Захватив атакующую руку противника, выкручивайте пистолет в сторону большого пальца и нанесите сильный удар в область шеи. Повтор демонстрируется. Удар в область шеи. Выкручивание выполняется, как правило, по принципу знак вопроса. Удар в область шеи на поражение. Выкручивание может проводиться в другую сторону, в слабое место между большим и указательным пальцем, захватив при этом ствол оружия. И предварительно нанесите удар ногой в пах.